прикупил себе новую грабилку для ягод. И как она называется, плодосъемник за заслонкой жук. Вот так она выглядит. Такая заслонка. Вороны карки. Так, там брусника. Сыпаем. Реально не пересыпается, не усыпается ничего. Случилось так, что я не мог найти свою старую грабилку. Советскую, алюминиевую. Ну и железную какую-то там. Алюминиевую, кажется. Плюсы. Я сразу обнаружил плюсы этой грабилки. Минус, конечно, один. То, что она пластмассовая и недолговечная. Плюс в том, что у нее есть пластмассовая ручка. Это она защитит меня от холода. Ну, когда собираешь в холодную погоду, от железной мерзнет рука. Можно, конечно, ее обмотать. Но смысл. Так, и вот эти зубцы, они не такие острые, как на той. Не режут пакет. Я когда с пакетом иду, рядом грабилка висит у меня, и могу зацепить. Вот такая грабилка, легкая, красивая. Ну, не знаю, сколько мне ее хватит. Написано, что срок службы 2 года. В таких и местах сижу. Производство России, что самое важное, на мой взгляд.